Всем доброй ночи. На часах без 23. Меня ждет такси. И я поехала на работу. Вот и закончился мой трудовой день. Иду домой. Вот она, красота русской женщины, естественная, без макияжа. После 12-часовой смены. На этом занавес зрители расходят. Нет, нет, не уходите. Сейчас начнется самое интересное. Завтрак и обед я пропустила, не показала. Зато сейчас я вам покажу, какой у меня будет шикарный ужин. Тарам-парам. Вы видите это? И совсем он нездоровый. Это вторник, ребятки. Вот. Чем богаты, тем и рады. Одна картошечка, скумбрия. Ну и божественный напиток под названием пиво. Как прошел у вас день? Мой день прошел великолепно. Сначала начиналось все хорошо, так. Но затем не очень стало. Особенно часов 12 дня, когда уже, знаете, глаза на выкате от того, что ты хочешь спать, пришла покупательница. И она полтора часа была у меня в бутике. Полтора. Поработала с ней я. Поработал, пришел второй продавец. Потом снова я поработала. И, наконец-то, все закончилось. Когда я уже просто засыпала на ходу. Вот есть такие люди. И ты смотришь на них, мило улыбаешься, а про себя очень сильно материшься. Но только про себя, конечно. Девчонки, кто торгует, меня поймет. А сейчас я ужинаю. И я сегодня ничего делать не буду. Просто лягу спать.